Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас какое число? 11 февраля 2018 года. Сейчас будет немножко она покричит. Я хочу, чтобы вы посмотрели визуально. Вот я ее сейчас возьму на руки. Ну как на руки? Вы визуально могли оценить, что я как бы не говорю глупости. Вот взвешивание проводил сегодня, контрольное, так скажем. У нее вес был 42 килограмма. По возрасту, давайте, я сейчас уже не помню точно. Я в комментариях. Не, я понимаю. Я именно хочу по, ну, конкретно по дням. Я посмотрю на ютубе, там все у меня написано по датам, по весу. И вот я прикину, сколько она от последнего взвешивания. Последний раз взвешивал, было 32 килограмма. Сколько дней прошло, я точно не помню. Я хочу просто, ну, для сравнения, чтобы вы поняли, растет, не растет свинка. Будет видно. Я посмотрю, какой вес у нее, ну, сколько она набрала, за какой промежуток времени. Свинка у меня будущая мама, свиноматка, ну, я надеюсь. А там как пойдет. Вес, в принципе, набирает нормально. Ведет себя хорошо. Не буянит. Кушает она. Доступ у нас к кормам свободный. Значит, что еще? Какие моменты? Порода у нее а-ля помесь. По словам ее хозяина, ну, когда я брал ее поросенком, вроде бы как ландрас, дюрок, петрен и все вместе. Ну, оно так и есть, наверное. То, что она мясная, видно по ее конституции. Что еще могу сказать? Водичка всегда свежая. Еда, свободный доступ. Вес, соответственно, вы сами видите, 42 килограмма сейчас. Я посмотрю потом в описании и напишу конкретно, сколько она добавила, за какое время. Мне самому интересно, сколько там прирост идет в сутки. Ну, все, все, коротенькое видео такое. Даже больше для себя, чем для кого-то, чтобы я мог контролировать этот процесс роста. Растет свинка у меня, не растет. Ну, видите, какая, дурненькая. Ты, дурненькая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Все, здесь, давай.